завтра. Это вас из больницы беспокоит. Вашу сестру не удалось спасти. Нужно будет оформить опекунство или удочерение. Девочка моя. Премьера. Поздороваешься? Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, обещай сразу сказать. Не отдавай меня! Вы не можете просто так ребенка забрать. Сквозь слезы к счастью. Мы наняли адвоката. Обещаю, что завтра все будет хорошо. Аня! Счастье на десерт. Завтра в 19:00. Домашний главный женский.